Тайна тройки пентаклей, или как по карте разобраться, что же она хочет нам сказать. Возьмите перед собой карту и внимательно ее рассмотрите. На карте изображается строящийся храм, и трое людей обсуждают рабочий момент. Человек, стоящий на скамье, это зодчий. Рядом с ним находится монах и шут. Зодчий – это тот, кто принимает решение. Монах и шут – два друга зодчего, которые ему помогают. Один мудростью, другой юмором. Храм не построить в одиночку, говорит этот аркан. Если мы рассмотрим цветовое поле этой карты, мы увидим, что преобладает темные и светлые оттенки. То есть из тьмы может появиться свет. И есть вкрапление желтого, это действие желтого и красного, которые говорят нам о действии, голубого о принятии решения. Эту карту называют владыка материальных трудов. Основное ее значение – рабочее сотрудничество и навыки мастерства. Речь может идти не только о работе, но и о доме, образовании, здоровье, любом проекте, который предполагает получение материальных результатов. Она указывает на необходимость объединения усилий и обмена мнением в любом деле. Точнее всего, ее суть отражает понятие «артель», объединение мастеров, владеющие несколькими специальностями, которые могут подменять друг друга, прийти на помощь и перераспределять обязанности в соответствии с текущими задачами. Поэтому аркану человек работает в составе команды и выполняет четко определенные обязательства. Но больших денег тройка пентаклей не обещает. Тройка пентаклей оказывает влияние на старшие арканы в раскладе, подкрепляя благотворное и ослабляя негативное. Если карта находится на слабом месте с негативными арканами или в перевернутом положении, она говорит о тяжелой работе за скромные деньги, труд без оплаты, ремонт в доме, работа на даче, вязание, шитье. Совет аркана. Вы прилагаете усилия, но вам кажется, что вас недооценивают или вы не получаете удовлетворения от работы. Пересмотрите приоритеты. Возможно, вы слишком озадачены завоеванием признания вместо того, чтобы сосредоточиться на самой работе. Позитивное значение или карта находится в прямом положении. Совместная работа, вклад в проект, удовольствие от слаженной работы и предчувствие позитивного результата. Стабильная управляемая ситуация, все идет по плану. Умелое использование своих навыков, знаний и талантов. Хорошее начало проекта. Стабильный, но скромный заработок. Совет аркана. Чем бы вы ни занимались, в одиночку вы с этим не справитесь. Ищите помощников. Понравилось видео? Поделись, подпишись и до новых встреч!